Так, я еще раз обращаюсь к людям, тебе лично. И мне написал человек, который, ну, с анонимной страницы, что смотрит меня уже 3 года и поражен тем, что у меня так мало просмотров на канале. И каждое видео, которое я обращаюсь кому-то, ну, где я делаю обращение, он воспринимает, как будто это я ему говорю или как будто с ним разговариваю. Это очень тронуло меня. Спасибо тебе за добрый отзыв, если это действительно искренне, а не троллинг там какой-то. И он сказал, что он учился в 11 классе, еще когда в 10-11, показывал мои видео своим одноклассникам. Я вот... А сейчас он учится в колледже, по его словам. Я призываю вас, призываю тебя, вот кто сейчас слушаешь, ты... Расскажи о моем видео, о моих обращениях своим одноклассникам, кто в 11 классе учится, одногруппникам, друзьям, кому-то, кому тяжело. Потому что много семей в России, которые ужасно обращаются. Там, я сам через все это прошел. Сейчас я живу уже больше года один. И я просто хочу помочь кому-нибудь. И заодно, если этот человек, или эта девушка-человек, может тоже мне чем-то помочь, какую-то пользу, пусть там материальную, или да, хоть неважно, с какую захочет. Абсолютная свобода выбора. У меня ничего нету. Это тебе не твои родители, которые тебя истерят и контролируют тебя каждый день, и орут, и не дают свободы. Я вообще тихий человек. Я сейчас в наушниках включил песню Lil Peep, Lil Kennedy. Второй день слушаю. Ну, в наушниках. Раньше я не слушал наушников. И вообще я музыку не слушал, что-то решил послушать сейчас. Так я вообще не слушаю музыку особо. Вот, расскажи всем, кому можешь, кого знаешь, кому плохо, кому... кого... Ну, ты сам разбираешься же в окружении своем, знаешь, у кого какие проблемы. Вот, покажи это видео. Я не знаю, может подумать, что я какой-то маньяк или еще что-то там. Ну, или что-то такое, подумать, типа, странно, что, типа, бесплатно к себе зовет. Я не знаю, я могу предоставить какие-то паспорт или что, я не знаю, чтобы доказать, что... Ну, не знаю, короче, какие-то данные могу... Ну, могу, короче, каким-то образом, да, каким, я не знаю, но... Каким скажете доказать, что я нормальный человек, образно говоря. Я не знаю, что ничего страшного нету. Ну ладно, пожалуйста, прошу тебя, именно тебя,